28 октября в бильярдном зале «Фока Дельфин» состоялся турнир по бильярду «Русская пирамида» среди взрослых на Кубок Верхнеуральского района. В соревнованиях приняли участие 12 человек. Призовые места распределились следующим образом. Первое место – Александр Копосов. Второе место – Максим Суходоев. Третье место – Александр Савинов. Участники, занявшие призовые места, были награждены грамотами, медалями, кубком.